Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и это канал Хибара со смыслом. Мы продолжаем проходить игрушку под названием LEGO Builder's Journey. И остановились мы где-то в подвале. А, нет, чуть назад откатилось сохранение. Да, видимо, даже прилично откатилось. В прошлой серии мы, по-моему, чуть позже закончили. Так... Да, мы до этого в прошлой серии построили уже замок какой-то, но сейчас мы быстренько его достроим, даже уже, наверное, не важно, как мы его построим. Так, накидаем просто. Я не думаю, что это будет очень важно в будущем. Так, куда-то там деталька завалилась, по-моему. Или нет? Так, ладно. Да, походу она куда-то туда завалилась, и ее теперь надо как-то достать. И как? А может, надо как-то по-правильному построить? Так. Ну, туда, по-моему, еще одна деталь завалилась. Что-то у нас все пошло как-то не очень гладко. Так, сейчас... А, ну да, вон она. Вот. Так, все, достали мы эту детальку. Так, так. В прошлой серии можно посмотреть, как мы это построили более грамотно. Так, ага, получилось. Грустно, у нас какой-то мальчуган. Пошел он к себе домой один. Он тут вроде с каким-то взрослым. Не знаю, кто он, родитель ему, не родитель. Но этот взрослый ушел на работу и, походу, там задержался. Вот, и мальчуган пошел домой. Даже замок развалился. Насколько грустный вечер получается. Вот, закончили мы в прошлой серии здесь. Какой-то подвал. Сейчас мы будем здесь что-то делать. Надо свет включить. Ага. Это тумбочка здесь. Вот мы строим микроволновку какую-то, походу. Еще понять, куда это все цеплять. Может, сюда? Наверное, нет. Что-то у нас вот не сходится. Так, что-то громко очень как-то. Надо звук потише, наверное, сделать. У себя в наушниках. А, вот так вот. Так, еще понять, что строить, что-то вот из этих деталей вообще непонятно, что можно сделать. Правильно ли вообще это все? Это непонятно, ничего не сходится. Но соединить, кстати, уже нельзя. Вот так, вот это вот можно пока бросить. А вот это уже нельзя. Значит, все правильно стоит. Что тогда делать? А, может, ее все пить, а? О, ну это вообще не очевидное действие. Так, опа. Какого-то мы вали построили. Что ты хочешь?
Ну нормально, я тут строил, а он сломал еще какую-то в портал мне какую-то стену тут пробил. Что это такое-то вообще? Машинка, что ли? Так, ну поставим ее сюда. А, это ролики. А, это скейтборд, наверное, какой-то. Так, ну теперь мы, походу, будем путешествовать с этим роботом. Назовем его Валли, как из мультика. Взрослый, походу, не знаю кто, но он остался на работе, походу, в ночную смену. Так. Ага, горку строим, точно, наверное. Так. Так, стоп. Ага. Ну да, это какой-то либо ролик, либо скейтборд. Музыка здесь такая расслабляющая, да вообще в принципе игра такая легенькая. Вечером поиграть самое то. Так. Тут иногда не очевидно, какие детальки можно брать, какие нельзя. Но... Тут отсвечивается, а иногда не видно ничего. Так. Игрушка, кстати, давно у меня уже в библиотеке лежала. Все никак не мог до нее добраться, и вот на запись решил записать. Микрофон, кстати, появился, да. В прошлом видео без звука было, ну потому что микрофона в принципе в природе не существовало моей. Вот сейчас я его поставил, может быть, конечно, со звуком будет не очень, но пока так. Так, еще я не пойму, что делать. А, все, тебе понятно. Блин, стой, стой. И что теперь все? Эй. А. Я уж думал, все, просрали деталь. Но нет. Опа. Так. В принципе, не сложно. Вот если не отвлекаться ни на что, то идет гладко просто сейчас. И... не встаешь-то? Чё ты? Так, ну очевидно, что она должна... Почему ты не встаешь? Может, сначала вот эту поставить? 100% она должна вот так ставиться, а эта должна ставиться... А, наверное, вот это нужно выкинуть. Продолжаем куда-то катиться. Мы сначала со старшим куда-то взбирались на гору. Куда-то мы там лезли. Пикник какой-то был. Сейчас мы теперь куда-то, даже не знаю, как назвать. Куда-то мы теперь спускаемся, что ли. Так, а вот сейчас что-то я не пойму как. Так, ну это точно должно вот так 100% быть. Что я развернуть? Все равно не получается. А, и вот получается. Нет, не получается. Угу.
что делать? Так, нам надо добраться до вон той квадратной оранжевой детальки. Допустим. А, все, я понял. Должен просто скатиться на нее. Значит, по идее, вот это ставится сюда. Вот это, наверное. Чисто проверить теорию. Ну да, да, все так работает. Тут, в принципе, наверное, нету какого-то прям линейного решения. Можно, наверное, по-разному как-то добраться. Вот. Возможно, я вообще не так добрался, но цель достигнута, это самое главное. Вот такие детальки вообще сначала в голову даже не лезет, куда их ставить. Наверное, сюда. Да, скорее всего, так. Ну вот опять, тут даже мысли нету, что здесь вообще делать. Да добраться-то... А, вон туда надо добраться. Что-то сложненько пошло. До этого было как-то полегче. По-моему, вообще не то выходит. Где он должен скатиться? Здесь, скорее всего. Наверное, он должен продолжить. Наверное, как-то... А, наверное, он должен продолжить вот так вот. Здесь. Так, поставим вот эту, наверное. Так. Потом он должен скатиться сюда, скорее всего. Типа вот так вот. Ну, робот что-то там поддакивает, по-моему, все верно. Че, вот эта деталька, наверное? А, все понятно. Наверное, вот это не подходит. Или выкинуть, поставить. Это треугольничек, чтобы ровная дорожка была. Да, скорее всего так. Он скатывается сюда, потом надо вот этот квадратик закрыть. Сейчас, сейчас мы точно все сделаем. Так. А, вот тут уже совсем понятно. Может, она не нужна? Может, можно как-то без нее обойтись? Блин, не видно. Не пойму. Нет. Да, здесь может вообще по прямой можно просто. Так, сейчас еще квадратик один будет. Вот сюда поставим. И по идее он должен нормально вот так скатиться. Прямо напрямую. Вот что-то их нету больше. Вот. Ай-ай-ай. О. С такой горы, правда, вообще навернулся просто только так. Но, видимо, профессиональные скейтбордисты нормально смог съехать. Ох. Так, тут уже мосты какие-то появились. Ну, надо, в принципе, постепенно просто чуть-чуть здесь. Вообще не нужно. Поставим пока сюда. Так, он по идее должен вот по краешку здесь пройти. Начнем-то собирать. Так. Интересно, она должна прям именно вот так ровно ровно идти или может заезжать в другие? Он тут не свернет никуда налево и направо. Блин, если ждать так по одному квадратику, это долго.
Это что такое? А, это нельзя брать. Тут нету. А, или есть. Наверное, это так работает. Или нет? Что-то сейчас вообще задача. Какие-то тут детали, половина вообще не нужна. Сейчас мы вот так мы поставим, вот, да, это точно должно сработать. По-моему, я вообще делаю что-то не то, но мы попробуем. Так, вот эту возьмем. Так вот. Ой, что там у тебя? Блин, какие-то у тебя детали вообще не нужны. Блин, я вот эту ждал. Капец, как долго она вообще не катилась. Потому что это выглядит как-то слишком травмоопасно. Вот. Теперь нужен маленький квадратик. Когда что-то нужно, тогда они появляются. Вот теперь поплыли вот эти. Они вообще мне не нужны были. Точнее, они уже сейчас не нужны. Теперь они повалили. Вроде бы... Блин, ну я говорю, теперь они его повалили, не нужны эти детали. Так, квадратики вот эти возьмем, пригодятся. Все тут отложим. Вот это тоже отложим. Тут тоже отложим. Все сейчас отложим, чтобы потом что понадобится, то и берем сразу, чтобы не ждать этой речки. Нет, фигню всякую тут посылает. Что делать-то? А, блин, упал этот мост. По идее, мне нужно проложить сюда. Сюда мне нужно проложить, по идее, мост. Так, сдвинем. Что у тебя есть? Нет, у тебя вообще какая-то деталь странная, такой вообще не было. Дай все ставить. Вот. Так вот. Так вот. Сейчас, в принципе, можно прям по прямой просто все. Какие-то детали тут просто половину не нужно. Так, что у тебя тут? Это что еще такое? Типа можно просто вот сразу сюда сигануть. А, блин, так мне, наверное, она и нужна была. Сейчас попробуем. Поставим. Отложим. Деталь вообще странная какая-то. А, нам еще квадратик нужен маленький. Есть тут? Нет. Я не знаю, пропадают слова или нет. Просто микрофон еще не совсем идеально настроен. Возможно, что-то съедается. Вот, но надеюсь, нормально все будет. Так, ну что, можно мост вот этот поставить. Без разницы. Квадратик. В принципе, мы, можно сказать, уже доехали. Блин. Когда тебе нужны такие детали, ты их не посылаешь. Просто можно выкинуть. Насорили тут. О! Я не знаю, как тут проходит вообще сохранение или... Вроде никаких значков не показано сохранение. Звонок какой-то. Звонок, как говорится, для учителя, то есть для меня. Давайте-ка на сегодня закончим, продолжим в следующей серии. Вот, всем до встречи, всем спасибо, всем пока.